Приветствую вас, дорогие поклонники романтики романса. Здравствуйте, дорогие зрители. Как вы знаете, год 2011 объявлен годом Италии в России. И годом Испании в России. Совершенно верно. И это дает нам повод ближе познакомиться с богатейшей культурой этих прекрасных стран. Ну а музыка, конечно же, станет нашим главным проводником в этом увлекательном путешествии. Ну и начнем, пожалуй, с Италии, ведь итальянцы, наверное, самая музыкальная нация в мире. И, наверное, Италия дала нам наибольшее количество шедевров в оперном жанре. Да и сам жанр этот зародился на Апеннинском полуострове. Ну а как же Испания и испанские сарсуэлы? Ведь они не менее популярны и также пользуются безграничной любовью слушателей во всем мире. Это тоже правда, ведь величайшие тенора нашего времени, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, неизменно включали в программу своих концертов не только оперные арии, но также и неаполитанские песни, песни других народов. И это всегда пользовалось успехом у публики. И сегодня мы рады представить вам испанскую страсть и итальянскую нежность в исполнении молодого русского тенора Дмитрия Корчака. Итак, испанская страсть, итальянская нежность и русский талант. Дмитрий Корчак. Партия фортепиано Александр Пакитченко. Malinconia, ninfa gentile, la vita mia consacro a te, i tuoi piaceri chi tiene a fine, ai piaceri veri adonno le, fonti e colline, chiesi agli dei, mudirò al fine, pago io vivrò. Miei, né mai quel monte trapasserò, né mai con desir miei trapasserò, né mai trapasserò. Vanno rosa fortunata a posar di dice in petto ed ognun sarà costretto la tua sorte invidia. O se in te potessi anch'io trasformarmi un sol momento non avria più bel contento questo cuore a sospirar, ma tu inchini dispettosa, bella rosa impallidita, la tua fronte scolorita dallo sdegno e dal dolore. Bella rosa è destinata ad entrambi un'ugual sorte, la trovar dobbiamo la morte, tu d'invidia è.
scusa, bella rosa, la trovar dobbiamo l'amore te, tu l'invidia ed io d'amor. Bella rosa, bella rosa, la trovar dobbiamo l'amore te, tu l'invidia ed io d'amor, tu d'amor, tu d'invidio e Dio d'amor. А теперь главный разговор, как вы понимаете. Спеть-то каждый может. А вот ответить на сложные каверзные вопросы. Действительно, очень приятно было, Дмитрий, когда не так давно один популярный итальянский журнал напечатал статью под громким заголовком «Наследники Паваротти». И там среди молодого поколения теноров Бельканто названы были только два итальянских тенора и наш Дмитрий Корчак. Так что вы уже вошли вот в такую обойму, можно сказать. Причем получить признание именно в Италии на родине Паваротти, это было непросто. Но школу всю вы получили здесь. Вы окончили хоровую академию с двумя дипломами и как певец, и как дирижер. Но все-таки пение в хоре, в коллективе и профессия солиста – это немного разные вещи. Этот переход на другую ступеньку был сложен. Пой и не выделяйся. Да? Академия дает прекрасное образование, что дает потрясающий багаж профессиональный в карьере любой, и дирижерской, и певческой, и людям, которые выбрали, допустим, дорогу преподавательскую. Вокальная манера пения, именно сольная, она требует, конечно, других усилий, другого качества голоса, исполнения, другое качество наполнения звука. Конечно, это накладывает определенные условия работы голосового аппарата. Это несомненно, но мне кажется, что есть смысл этим заниматься. Понятно. И был смысл этим заниматься. Дмитрий, ведь не секрет, что Евгений Владимирович Колубов как раз очень вас ценил, эти два образования. Вы его ведь понимали с полуслова. Я очень рад, что судьба мне подарила несколько лет работы с Евгением Владимировичем, и они до сих пор у меня в памяти остались как первые мои шаги в оперном искусстве, с которыми я уже влился в европейскую оперную жизнь более комфортно. Да, но все-таки, наверное, для вас самым важным был вот тот самый дебют в римской опере, да, «Сомнамбула». Да, это был мой самый первый серьезный дебют на не только европейской сцене, но и на итальянской, которую я считаю самой важной. И самой трудной, наверное. Самой трудной, самой важной для любого музыканта. Италия очень трудная страна для исполнения, и она не терпит фальши, непрофессионализма, и для нее нет звезд. Этим все сказано. Это единственная страна, где нет для них звезд. Ты должен выходить, для публики должен выходить и доказывать каждый день, что ты, да, будь ты трижды поворот, занимаешь это место взять, не просто, да, так. Нет прежних заслуг выходить. Абсолютно. Non senti tu nell'aria il profumo che spande primavera? Non senti tu nell'anima il suon di nuova voce lusinghiera? Non senti tu nell'aria il profumo che spande primavera? Non senti tu nell'anima il suon di nuova voce lusinghiera?
De vieni, o mia gentil, supra di fiore. Ed april, ed april, ed april. Pietrarrai fra mammole, avrai sul petto rose cilestrine, e le farfalle candide taleggeranno intorno al nero crine. Il pietrarrai fra mammole, avrai sul petto rose cilestrine, e le farfalle candide taleggeranno intorno al nero crine. Stagion d'amore, te vieni, o mia gentil, sopra di fiore, è l'april, è l'april, è l'april. Thank you.
mia diletta e sola, ma con la bella testa abbandonata, posa tra le lenzuola, serenata vola, oh serenata vola, splende puro alla luna, là nel silenzio stende, e dietro veli dall'alcova bruna la lampada s'accende. Pura la luna splende, pura la luna splende, vola o serenata, vola o serenata. La bella testa abbandonata torna fra le lenzuola, serenata vola, oh serenata vola, l'onda sogna sul lido e il vento sulla fronda, e a baci miei ricusa ancora unito la mia signora bionda, sogna sul lido l'onda, sogna sul lido l'onda, vola o serenata, vola o serenata, vola. Ну что мы все о музыке, да о музыке. Маша, как мать двоих детей, хочет спросить. Я знаю, что в зале присутствует очаровательный маленький Александр Дмитриевич Корчак. Да. Это правда? Можно мы полюбуемся на ребенка, который разделяет с Дмитрием все тяготы передвижений семьи в любой точке мира? И очаровательная мама, Анастасия. Да, мама Анастасия. Семья ваш прочный тыл, наверное, да? Да, мы всегда вместе, пока до Сашиного садика мы путешествуем вместе. А у него уже вокальные данные прорезаются? Нет, он предпочитает дирижировать. Это. Ну вы же тоже дирижер по второй профессии. Он считает, что это серьезнее профессия. Вы живете сейчас по большей части в Италии или в Австрии. Слава Богу, что не отрываетесь от ветки родимой и в России поете. Но вот образ жизни, а кухня, скажем, средиземноморская вам как, импонирует? Обожаю. Италия – это моя любимая страна, вторая родина после России. Страна, в которой все время праздник. Страна, которую окружают моря. Страна, в которой есть все, и выжженная солнцем Сицилия, и зимние горнолыжные курорты севера Италии, есть все. Им Бог дал
Аж завидно. Вот. И потрясающую природу, и вино, и еда, и музыка. Но эта музыка рождается, понимаете, когда вы едете на машине по Амальфи, я не знаю, да, вдоль берега, у вас рождается эта музыка, эти песни, у вас рождается сразу желание написать картину, то, что ты видишь потом в музее. Страна, которая живет и боготворит оперу, футбол и еду, вот у них три кита, на котором зиждется это государство. Вот. Поэтому, конечно, если мы возьмем только один маленький регион Марке, в котором около 150 оперных театров, этот регион меньше Московской области. Поэтому мы можем понять, какое отношение у этого народа к опере. Это всевозможное, огромное количество фестивалей оперных, концертов, которые они устраивают в аренах открытых, как арена Ди Верона, Мачерата, и в театрах закрытых, и на берегу моря, и где только они делают. А в арену Ди Верона вам приходилось петь? Нет, это? К сожалению, еще нет. Но это значит, есть еще перспектива? Есть еще. К чему стремиться?
stelle, è l'ora di morire, un più divino amor dal cielo mi sgombra. Pupilli ardenti, o voi senza ritorno stelle tristi, spegnetevi incorrotte, morir debbo. Вы общаетесь с такими выдающимися людьми и, наверное, с самыми выдающимися людьми Италии и Испании, и, во всяком случае, в классической музыке. Я хотела бы сказать о Рикардо Мути и Пласидо Доминго. И Мути, и Доминго, помимо всех прекрасных артистических качеств, отличает еще какая-то трогательная забота вот о молодом поколении, правда? И опирали этот конкурс, который проводит Доминго. Ему для его славы уже ничего не нужно. Более так, чем. Для славы Мути. Я вычитала в вашем интервью, Дмитрий, что Мути мог с вами заниматься речитативами до 6 часов в день. Занимался, да. И вот мы видим результат. Да, этот человек невероятный, и он за эти 6 часов может дать то, чего другие годами. И годами не дают, и ты не получаешь от них этого, этой отдачи. Человек умеет не просто репетировать, но он умеет вкладывать, и никто, наверное, не поверит, но этот человек достаточно терпелив, чтобы кропотливо возиться с детьми, с молодыми. Это невероятный человек, и поклон ему низкий, и я всегда счастлив, когда есть возможность с ним выступать. Скажите, опера, конечно, для вас на первом месте в вашей профессиональной карьере, но вот концертные выступления, они занимают, по-моему, тоже достаточно важное место у вас. Сейчас уже реже, и эту программу я подготовил специально для вашей передачи. Мы ценим. С концертами сегодня я реже встречаюсь в своей деятельности, но с большим трепетом и желанием всегда соглашаюсь и приезжаю, если есть какая-то хоть малейшая возможность, я всегда открыт для таких праздников. La mia vita sei tu, gli
occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Mario. Заключением мы бы хотели исполнить вам одну песню, вам очень известную, прекрасного, на мой взгляд, испанского композитора Агустина Лара. Человек, который сочинил эту песню о прекрасном городе, в котором сам никогда в жизни не бывал. И, как ни странно, эта песня сегодня является символом этого города. Я думаю, что вы уже давно поняли, о каком городе это идет речь. Это испанский город Гранада. Гранада, tierra soñada por mí.
mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, cosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte, un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Дмитрий, мы благодарим вас за этот замечательный, чудесный, прекрасный концерт, за ваш выдающийся голос, за ваш талант. Я думаю, что мы все получили огромное удовольствие. Спасибо вам всем огромное. Спасибо, друзья, что вы пришли на наш концерт. И спасибо, конечно, Александру, что он помог одолеть такую красивую, трудную программу. Спасибо большое. Александр, это мощная поддержка. Спасибо вам. Уважаемая публика, дорогие телезрители, до встречи в следующую субботу. Спасибо.